Нари, после махара нежно вплетаются в основной поток, и кристально чистая махара встречается с гордым Гандараем, мужественным, непокорным, сплетаясь в единое русло, образуют два потока двухцветного, и уже далее протекает Учпулан, их рождение совместного. Ребенок Учпулан, да? Да. Мальчик, да? Мальчик. И постепенно мальчик Учпулан несет свои воды до самой реки Кубани. Вокруг леса и горы. И вершины белоснежные храмы нас любили в себя навсегда.